Выставка сегодня у моей дочки в школе. То есть в музыкальной школе и творчество. Вот. Наш президент в Черчике новую школу открыл для детей. Вот. И вот дети как рисуют, это одаренные какие. Это одаренные детишки. Это моей дочке картина. Кораблик. Вот. В таких тибетских мотивах нарисовала моя дочь. А это китайский какой-то мотив. Японский, китайский, скорее всего. Простым карандашом. Рисунок. Как раз весна вот-вот сейчас взлетит, порхнет. Вообще очень рада, что открыли такую школу прекрасную. Все на высшем уровне для детей наших. Обучение, гардеробная их, гардеробная. Также сануголок у них здесь, видите. Для наших деток прям ковровые дорожки везде. Так ты кому делаешь? Я видео снимаю. Вот. И температуру смерить. И обработка. И обработка, и бахилы есть. И видеонаблюдение везде. Ну, вообще, прелесть. Одна люстра чего стоит, говорю. Красота.